К благоустройству села Маралды приступили в Курчумском районе. Местные жители рады его долгожданному преображению. Здесь уже построен медпункт, проведено центральное водоснабжение, заасфальтированы улицы. Все работы проводятся по поручению акима области Ермека Кошербаева. Среди актуальных вопросов развития села важное место занимает социальная инфраструктура. Президент страны Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал важность дальнейшего обеспечения стабильного социально-экономического развития регионов и повышения благосостояния населения. В рамках госпрограмм проводится большая работа в сельской местности. Строятся соцобъекты, ремонтируются дороги, решаются проблемы сельчан. К примеру, в селе Маралды Курчумского района происходят позитивные изменения. Из 75 километров дорог от районного центра до Маралды было заасфальтировано 12,5 километров. В этом году в рамках года дорог планируется проложить еще 15 километров дорожного полотна. Кроме того, проведен ремонт внутри поселковых дорог. По поручению акима области были выделены средства на благоустройство села. Были заасфальтированы 3 километра 601 метр улиц. Раньше в селе не было асфальтированных дорог. Воду тоже провели. Работы проведены еще 2 года назад. Сейчас воду подводят к домам. Бесплатно подведут к домам малообеспеченных, многодетных семей, людям с особыми потребностями. Для нашего села эти работы стали радостным событием. Еще одним позитивным изменением села стало проведение центрального водоснабжения. В селе проживает около 450 человек. Для жителей это стало большим событием, так как ранее они пользовались водой из колодцев. Мы постоянно спрашивали у местных властей, когда же проведут воду. Вот на протяжении многих лет приходилось приносить ее из колодца или озера. Теперь мы очень рады, воду провели в дом. Надеемся, что не будет перебоев в подаче воды. Большое спасибо. В нашем селе асфальтируют улицы. Жители очень рады и благодарны, что происходят такие позитивные изменения в нашем селе. Стоит отметить, что в сельском округе были приняты необходимые меры по предотвращению наводнений. За 10 дней для максимального укрепления берегов рек Маралды и Курчум были построены дамбы. По словам акима Маралдинского сельского округа, все принятые меры позволили исключить затопление населенных пунктов. Есть участок, стадион, там тоже была построена дамба, а также в селе Ужбулак. На участках работали 6 человек, была задействована техника, 2 погрузчика и 3 самосвала. В течение 10 дней мы выполнили все работы по предотвращению затопления. Конечно, для спокойствия жителей все работы были сделаны заранее. В ближайшем будущем в Маралды планируется осуществить ряд проектов в сфере агропромышленного комплекса, в том числе и в отрасли пчеловодства. Алия Симбинова, Гульдана Айдаркызы, Асхат Ордубаев, Алтай Акпарат.